Разрешите? Это Юлия Борисовна Демина, старший научный сотрудник Института исследования мозга. Точилин. Просто Точилин. Наш лучший исследователь. Я за полчаса собрала информации больше, чем ваш лучший следователь за полдня. А вот с этим ты и разберешься. А Юль Борисовна тебе поможет. Я не понимаю. Человек погибает. Его хоронят с почестями. Потом этот же человек погибает, он еще раз. Потом еще трюк. Он воскресает в морге, выбирается из мешка и идет по городу погулять. Я же не сумасшедшая. Хорошо, мамочка. Я сделаю, как ты сказала. Твоя мама умерла. И ты не можешь с ней разговаривать. Сколько есть один человек, и ему надо помочь. Точилин. Я знаю, кто вы. Честно говоря, я не понимаю, как это может быть. Мысли человека о том, что в таком-то месте должен произойти взрыв. Я вообще не знаю, как это работает. Я не могу этим управлять. Кажется, она действительно как-то эмоционально может связываться с другими людьми. У вас, вероятно, в детстве учили, что все странное и необъяснимое происходит только в сказках. А в реальной жизни все логично и понятно. Да, в реальной жизни именно так. Все логично и понятно. Я разгадала загадку. И что же получается? Эти люди решили узнать, что там, по ту сторону смерти,